Шутерса нет ни Романа Перемонщика, ни Романа Туровца. Что касается «Бей-беги», открывают соперника баскетболисты в цветной форме, но для Харича это не проблема. Здорово он разбивает его на ход Ярошевича. Сколько ран таких мячей в рамках НБЛ во всех дивизионах отправил по назначению. Продолжается у нас пока что достаточно быстрым темпе игра. И находит Мирончик сейчас пол с контактом. Беги, и будет еще 4 секунды на полноценный бросок. У Шутерс, Харич под сирену. Дура! Затыкает сирену Алексей. Блестящий лобшот в стиле «уберите это отсюда, ищите где-то на территории Бенту». Карпика мы обязательно увидим в хайлайтах с этим блоком. Карпик вновь зевнули. В заднюю дверь без стука сегодня заходит баскетболист «Бей-беги». Это бомба 3 метра от бигмена. «Бей-беги». Подлинник, шикарный. И так сучит наверх. Харич будет отвечать издалека. Карпик летит в контест, но уже слишком поздно. Здорово, ДНР. Атаки. Блестяще все. Опять же, здесь отмечаем мы Харича, работу, который расставил все широко, убил таймер, скинул и позволил отличиться. Подлинных пока Шутерс Волос доминирует на последних секундах. Мы увидели баттер в первой четверти. Чем показатель побед-поражения. Если проигрывают, то «Бей-беги», кстати, Подоляков. Три блокшота. Это то, что я только увидел. И сегодня не в мою сторону. Да. «Бей-беги». Если это будет как минимум, да, будет. Так, внутри сезона турнира не только в Минске можно такой эксперимент сделать, потому что на втором деле, да? Вот, опять же, Подоляка вторая трех из трех, то, что я вижу, опять уже пятая. Обалдеть. Да-да-да, объясню почему. Во-первых, очень сильный состав. Внимательнее, болельщики взяли, сейчас ее не пишут, кстати. Подоляка, смотри, в одиночку продолжает тянуть сейчас «Бей-беги» последние минуты, и вот это «Бей-беги» плюс три. Кстати, вот тебе осталось 2 минуты, быстренько. Последний вопрос, очень хотел тебя узнать. По поводу Айсофта. Как вам попал Вася Лапинович, мой бывший сокомандник? Да. Ярошевич. Галуца одного оставили на трех, и он точит. Плюс одно. Вот он опыт, да? Бурштатом, и там дальше идет очень большая серьезная закрутка между порядками 4 коллективов, у которых будет одинаковое количество побед и поражений. Бьют, если они не забьют, чтобы кто-то был в защите. И со временем Мощилка, еще одна треха. Через пост играет команда «Стрелы». Романович находит Купецкого на трехочковой, тот не залит точно. Поставьте пока не очень хорошо отрабатывает эту игру в защите. Турняк лезет и добивает 2 очка. Те на Нестеровича, тот на Котова. Котов один на другие. Попадает Александр. Петрина тянули звук, но Нестерович забирает подборную в щите на Снежевскую. Снежевский со средней дистанции точен. Перехват очередной у Бурштата. Турняк убивает удалец, снимает и направление, успевает забить. Ой, игроки Бурштата, не давая забивать ему легкие очки. Вот об дальний, третий, точно. Он пропускает две подряд трехи от Николая. Тот у нас лидером команды по набранным баллам. А Гурняк хороший проход. Выигрывает, оплати завтра выигрывает у Раши, то какой тяжелый бросок, попадание тяжелое от Ярошевича. Серовича назад на Котова, Котов из-за дуги не точен. Турняк успел подобрать мяч, сам будет пробовать из-за дуги. А он уже точно в кольцо, 19 баллов на его счету. Самый интенсивный игрок в обеих команды. Хороший кризис на Котова, Котов там.
на фейке, на кофе, просто как он, легкий пальчик. Нет, нет, нормально, нормально. Большой удар был. Потянем, играет пик-н-ролл. Мяч переходит по Веню. Тот сложный бросок, но точно. Два лидера, оба Влада. Третий, восьмой номер. Поздняк и Бондарь. Кстати, в предыдущей атаке это был Бондарь. Я извиняюсь. Фолом забивает Хэн Сюань. Хотя мне показалось, что он отталкивал Бондаря. Люди начали отсчет, сказали, что как только они начинают до 30, команде должен быть присуще другие среди ноти техническое поражение. Тем временем очередной пик-н-ролл, очередной свободный бросок от Юхэна и очередные 3 очка и тайм-аут от команды ФК Устан. Поздняк, еще 2 очка. И Юхэн. Ой, хороший момент. Красиво на фейке поднял, просто добил. Юхэн получает бокшот с поздняка. 3-2, выходит игроки ушли. Бондаря. Точно. Ой, хорошая передача от Яо. Хэн Чуань с полом. Там будет, да? Да, сам до конца лезет. Получает вот что-то с казака. И еще раз фолом. Но Бондарь не дает ему бросить. А тут хороший обыгрыш.